Слава пасечники Волзевщины! Хлопці дорогою, станем горою, всі за добробуть народу. Розсянем ранком, теплим світанком, разом святою чолою. Розсянем ранком, теплим світанком, разом святою чолою. Дружно у поле джолине море, медом там повнять заквіти. Бджоли то воля, то наша доля, з нею природи ми діти. Бджоли то воля, то наша доля, з нею природи ми діти. Сядем до столу в дружнє коло, зірка вечірня засяє. Мед нехай п'ється, жай ворон в'ється, і пісня наша лунає. Мед нехай п'ється, жай ворон в'ється, і пісня наша лунає. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуєм країну. Разом з пчолою, всім нашим роєм, славимо ми Україну. Разом з пчолою, всім нашим роєм, славимо ми Україну. Отак от, блін. Отак. Привіт, Володя. Привіт, Олексій. Привет, Александр. Что, все бухи? Худючий канал. А что, сезон начался? Собачки бывают. Здравствуйте, Володя Чернявский. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, здравствуйте. Ты уже оделся? А я подъехал, больше ты стоишь, Екатерина. А я фотоаппарат, эти батарейки купил. Ага. А то кинулся, аж надо ж наш голова. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемый. Привет. Работает. Все пробудет. Даже в данном работе работает. Пасека на весах 2 килограмма. Ну хорошо, отлично. Андрей Иванович. Добрый день. Добрый день. Добрый. Поехали. Ну, вибивали овці. Думаю, не так. Кабінет, показатель. От у мене одна сім'я чисто пішла на дно. Я зжимав, і потім вжав на дно. Повернемося, що це там? Так, о, нічого собі. Це ж ексклюзивно. Значить, і так. Во всіх наліта. Это только на видео и поднимай, поднимай. Девчата, давайте я вам все на любую. Поднимайте. Сути. Это мир меда, дары обществу Лазовского, Лазовского пчеловодам, да. Это на Лазовское общество. Ну, от лица всего общества большое спасибо. И вам спасибо. Счастья вам, удачи. Ого, красота. И процветания. Красота. Ну и взаимное общество. Взаимное. Спасибо! Спасибо, компания Мир меда! Это рациональное предложение, чтобы никто не подумал, что комусь одному это будет переходящий на общий. Евгений, там бутылочки никакой нет. Ты сразу переходишь.
А я же говорил, надо было Серёгу в прошлый раз приглашать. День вообще один был. А, Михаил Викторович сейчас там. Пчелы тут зимой выходят на балкон курить. Пчелы выходят. И везут сюда на джипах тик. И все, вишни. Ага. Бусик. Ты придумал еще? Пожалуйста. То выбывай, я жалил. Андрей Иванович. Мы с вами сотрудничаем уже. Надо открывать офис. Офис надо открывать. Чтобы ставить такие все подарки красивые. Серега, ну подожди. Уже дорогие, конечно, сейчас. Сейчас. Так как мы экспортеры. Так ты не отходи, но ты ж там это, облокотись на него. А теперь до улика. Давай. Да я причем, это ваш уже, вы там. Я понимаю. Ну, я вас буду подождать. Кстати, Серега, что? Встаньте. Виталь, что, мы туда и телефон проведем. И интернет. Андрей Иванович. А самое главное, радиоточку поставим. Так. Ничего страшного. Улыбаемся. Так, стоп. А рамки в нем есть? Начинается. Да. И так, и так. Це ви вже багато пущите. Ні, ми не багато хочемо. Нам комплектно, щоб була. Такі улі стоять 4,5 тисячі. Я розумію, так. Де паспорт з перечнем, що в нього входить? Так швидше пчели кусають сюди. Нажала. Света, ну ти молодець, я хочу це сфотографувати. Та ну закроєш! Цю красоту закрив. Жми, жми. Подождите. Скажем, что Света, молодец. Давай, еще, нажимай, еще, нажимай. А трутень куда улетел? Только что же лежал. А нет. Все? Потух. Потух? Бывает, батарейки сели. Все или еще? Костя, дивись, правильно или нет? Да правильно. Вроде бы еще у кого. Да на мой же ж не сидит, не знаю. А я дивлюсь, нема одного рама. На 30. А ну скажи, есть? Не, ну это же декоративно, ты же понимаешь. Ну вообще ты же стоять. Я тогда вечером. Я не сказал бы. Не, вон оно сырое. Спичка, да, я уже классно бежит. Отлично, как раз так, бо чуть-чуть передержим, и вон оно будет. С медом. Режется не очень мясо. А это ж, может быть мясо не ошейчик. Я хороший, да? Я хороший. Солёный? Поналывали, а не выпали за подарок. Выпьем за подарунок, девочки, берите. Евгенийч на мангале. Девочки, вам налилось? И опять мы возле шашлыка. Не говорю. Володимир Миколаевич, ви там за дівчатами сидите, так? Да, там налито все, там все налито. Це вже второй? Да. Я наскину. Вже налито, беріть. Подоспіло, да? Все налито. Ти думаєш, що це саме слабо вже, да. Там вже пиво, да. Я ж не доводю до того, щоб давати дівчат. На Санька не кинула трубочку, надо было рассказать. За улик такой. Ты в режиме онлайн на ГАИ сразу? Не. Тогда нас двоих со света снимай. Мы вместе поедем. О, ты первый, я вторая, если что. Григорий заулыбался. Мне ж направо. Девочки, улыбаемся. Подожди, говори. Такие золотые платы. Молодцы. Так, Балаклинское общество передавало всем привет. Где он? Привет. На словах? Да. Летит. Кого? Да. Спасибо. Балаклинское общество, привет. Им также само перешлете. Нашего стало тоже. Петя вчера звонил. Константин, скажи мне, как вот компаньон. Мы в этом году стояли на рапсе. РАПС в этом году очень классно выделял. Что можете сказать о развитии семей? Значит, о развитии семей. На РАПСе первый год, до этого на РАПСе я не стоял. Много всяких бытует мнений, стоит выезжать на РАПС, не стоит выезжать на РАПС. Если у людей есть ранний где-то какой-то медонос для развития, ну, вполне возможно, не стоит на РАПС выезжать, потому что мод какой-то риск есть, много случаев, конечно. Но по поводу нашей кочевки, значит, я хочу сказать так, мы остались с РАПСом очень довольны. Как на развитие взяток был,
Погодка немножко была плохая, хорошая, ну, как бы позволяла. На развитие семьи развивались очень хорошо. Перед акацией рад сработал. Я считаю так, ну, во всяком случае, это мое мнение, у каждого оно свое, понятно. Рапса бояться не стоит, нужно бояться недобросовестных фермеров, которые обрабатывают рапс недобросовестными, некачественными препаратами. Мы вывезли на рапс, нас предупредили. То есть мы, ну, как в контакте были с фермерами, которые поле ихнее это. Вот, нам люди предупредили, они обрабатывали материалом, хорошим гербицидом, но все-таки посоветовали нам не выезжать. Мы выехали на следующий день после обработки, хотя стояла неподалеку от нас пасека, которая выехала на несколько дней раньше, и обработка их застала. Обрабатывали ночью. Пчела не посыпалась, а мы выехали, никакого подмора не было. Ну, взятки были, мы остались очень довольны. Я думаю, те люди, фермер тоже доволен. Фермер тоже рапс хороший. Посмотрите, ребята, на стручки, они же такие бомбезные. Я думаю, и урожайность увеличилась в любом случае процентов на 15-20, ну, как ни крути. Во всяком случае, да. Да, еще хотел бы еще добавить, что смотрите, ребята, правильно, ранние медоносы дают очень хорошее развитие семьям. И семьи начинают стартовать. Мы подходим к следующим медоносам, то ли это кориандр, то ли это горчица у кого-то, с хорошими нормальными семьями, и можем взять товарную продукцию. Правильно Константин мне заметил, что не нужно бояться рапса, нужно бояться не, как бы правильно сказать, неквалифицированных специалистов, аграриев, которые, зная о том, что покупают препарат плохого качества, могут убить пчелу. Как говорил друг мой, не надо бояться больницу, надо бежать от плохих врачей. Да. Да, грубо говоря, вот так вот. Поэтому там, где мы стояли, ребята, вот им огромное спасибо, что они вот именно хозяева своего дела, профессионалы своего дела, то, что они да, обработали их препаратом ночью. Достойным, ни одна пчела не упала, и поэтому можем на таких людей полагаться. Вот наш район здесь, дело за скорой, да, район, да? Том, что не было жалоб вообще. Речь идет не только о рапсе, обрабатывается и горох, очень много в нашем районе здесь гороха посеяно, обрабатывается пшеница, никаких нареканий пчеловодам нету, то есть, ну, как бы культура сама не виновата, виноваты те люди, которые относятся к этому, конечно, по-хамски. А так. То есть не надо бежать от рапса, правильно считаете? Ну, я думаю, во всяком случае отстояли. Опыт у нас, конечно, маленький. Один год, во всяком случае, у меня. Может быть, и когда-то я столкнусь тоже с этой проблемой, да, ну, во всяком случае. Но тем не менее, зная те семейки, которые у меня вышли, ты, Костик, видел, по две рамочки, пчелуги, там вот такая жменя, ребята, пчелки. Если бы не рапс, я даже мед в этом году качнул, рапсовый и с акацией, там, перемешку, да, ну, этого бы никогда не было. Ну, Саша, расплода в семьях. А расплода, да. Расплода, мы сейчас подошли, допустим, если все, слава богу, выйдем на кориандр, то, во всяком случае, семьи развились. Расплода в семьях очень много. Я думаю, и к подсолнуху мы подготовили. Ну, надеясь на тот рапс, что так и происходит, этих технологий раннего взятка, я даже больше скажу, могу немножко похвастаться, до 100 семей, я думаю, в этом пасеку я в этом году, ну, приумножу. Надеясь на то, что, конечно, дальнейшие фермера тех районов, куда мы переедем, вот, будут тоже придерживаться технологий ну, обработки, конечно, полей. Если у людей есть там, допустим, балки какие-то, да, ну, может рисковать и не стоит. А если ты в городе находишься, тебе все равно выезжать, кочевать нужно, куда-то ехать, то просто надо как-то немножко теснее, тесно работать с фермерами, если люди нормальные. Костя, хотел бы подметить, вот помнишь, как-то мы с другом раз ехали, на машине разговаривали. Вот мы, пчеловоды, сейчас бьемся, как говорится, все службы, инстанции, хотим приучить наших фермеров, аграриев, работать препаратами с ихними полями, там, в ночное время, более качественными препаратами. Вот как недавно было время, когда запретили в кафе курить. Да. Вот возмущались, я отдыхаю, как это ты говорил, да? Был, конечно. Да, ты что, как это я в кабаке буду, не буду курить, ребята, вы что? А привыкли, уже культура поведения привыкла к тому, что люди сами приходят, уходят с кафе, курят на улице в специальных местах. Поэтому, я думаю, со временем фермеры привыкнут к тому, что надо поддерживаться технологии, и будут. Не все, может быть, да, не спорю. Многие мелкие, которые не могут на ноги подняться, они могут будет нарушать. Но в основном вся масса со временем придет. Вот я думаю, я только на это надеюсь. Саш, ну смотри, у нас вот буквально на вот этом же месте, да, где мы стоим, на этом месте, был случай, да? Мы стояли, с пчелами стояли. К нам друзья приехали, говорят, сейчас у вас будут травить пчелу. Мы позвонили своим фермерам этим, ну как своим, которые поле рапса. Говорят, нет, мы травить не будем. Подъезжаем, значит, рядом поле, горох.
люди выехали днем травить, да? Мы поговорили, они просто не владели информацией, что стоит пасека, все. Люди уехали, позвонили, мы будем травить вечером. То есть, ну, как разговаривать с людьми можно, вообще язык можно находить, да? Все хотят как бы и зарабатывать, и все. То есть у нас такая ситуация буквально здесь была. Разошлись мы бесконфликтно, у нас пчелы целые, они нам не потравили, они выехали вечером, потравили свой горох, все, никто не жаловал. Хотя люди уже заправили бочку ядом, забили ее водой, перемешали, прекрасно зная, что химия через какое-то время уже будет неэффективна, они уехали и не стали днем обрабатывать. Поэтому, я думаю, общий язык можно себе находить. Как говорят, не стучите во все двери, и вам двери откроются. А если не стучать и не об этом не говорить, а мы об этой проблеме и знать бы не знали, если у нас в Украине такие ситуации происходят. А если уже не получается общий язык найти с фермерами, тогда, конечно, нужно бежать не только от рапса, нужно бежать от всего, потому что они могут потравить пчелу на любой культуре, если недобросовестно к этому относятся. Но есть такие люди, тогда, конечно, от них надо... От них нужно бежать. Все, пошли шашлыки есть. Все, пока, ребята. До свидания. До свидания. Приятных медосборов.